повезли сжигать. Ну вот опять привезли хлам. Тут не ветки, вот уже вон видим какие-то седлушки мобильные, которые будут коптить с поролоном. Банки, склянки, строительный мусор, поролон, пластик. Все. Короче, под видом веток вывозят весь хлам. Тут что только нету. Стекло, какая штукатурка, все. Это все идет на сжигание. Вот сюда они для виду тут пока огородили якобы чуть-чуть. Потом это все туда сгребут и опять зажгут, подожгут и будет копать. Тут цветочки какие-то. Это вот служба чистоты и порядка у нас так работает. Свою дробилку починить не могут, хотя она у них есть. Вот так они вот хулиганят каждый день. И уже не первый год. Смена руководства службы чистоты и порядка проблему не решает. Как было беззаконие и махновщина, так и осталось. А еще нам указывают, живите по закону, мусор утилизируйте. Давайте каждый срать начнем, как служба чистоты и порядка. Что тогда это будет у нас? Они официально описали, что не будут больше ничего здесь сжигать. Но вот как видим, красота. Тут уже не ветки, черный дым. Это уже сжигание пластика. Вон какие-то железки торчат. Вот мусор. Жар до сюда идет, аж до меня. Прежде чем указывать людям о соблюдении норм законодательства, чиновникам самим надо показать пример, как жить по закону